Всем привет, с вами Игрука, и мы продолжаем проходить Скуримчик. Скуримчик проходим. Короче, вот тут почитаем, что там Мерунес, так он дедрический палач, притонцы коренных жителей Харрока. Там находится древнейшее строение в Тамриэле. Адамантовая башня, также известная как башня Дырении. Офигенно. Так, что это такое? Меридия презирает всякую нежить и принадлежит к числу немногих. Так, все. Нужно отправиться к Ярлу, но я, пожалуй, это не буду снимать сейчас. Вот к там к воротам подойду, короче, и продолжу снимку. Все. Вот я уже подхожу к воротам. Вот эти стражники всякие. Куда он пошел? О, ко мне пошел. Ну что ты, давай догони. Догонишь? Что ты догонишь? Ой, какой-то чувак. А, он же со мной, я забыл. Он появился резко. Хоп, а такого не ожидал. И я такой, хоп. Когда с ним можно. С разбойниками я еще могу. Ладно. Ой. Стой. Из-за драконов город закрыт. Проход только по официальной надобности. Мне есть новости, например. Ладно. Но смотри у меня. Так легко было его говорить. Ладно, погнали. Изи просто. Он такой... Ладно. Ладно, у меня что-то просто на ручке это. Убираю. Так, все. Просто договорились на изи. Так, опять. Квадрат, белый гриб, весь странник, он не дает. Навык алхимии определяет силы и свойства создаваемых зелий и яд. Офигенно. Что-то грузочки, одни загрузочки. Мы заплатим любую цену. Ой-ой-ой, что с ВПС-то? Ой-ой-ой. А если буду прыгать? А если в пол смотреть? А если в небо? Снимаем. Погнали. Ой-ой. Ты я давай, Трана, давай как подставляй попку. Я с тобой поговорю. Че он там хочет? Меня сейчас проверим. Проверим сейчас. Драконий предел. Офигенно, старый драконий предел. Уровень один, большой уровень. Ничего? Что там идешь ко мне? Мой господин, что за бесцеремонность? Ярл Балгру, мой долг, как Хускарла, защищать Ярла и его подданных от... Все, что ты... Я начинаю думать, что... Да, мне страшно, что значит, Ривервуд в опасности? Ага. Алвар, это кузнец, да? Угу. Надежный, хороший человек. Дальше. Он врать просто так не будет. Угу. Так что... Хелгин действительно разрушил дракон? Дальше. Не распоясавшиеся братья Бури? Дальше. Во имя Исмира. Айрилет была права. Нет. Что скажешь теперь про Вентус? Нет. По-прежнему будем надеяться, что стены защитят нас от любой беды? Па. Даже от дракона? Нам немедленно следует послать войска в Ривер. Ярл Полкрита воспримет это как вызов. Он решит, что мы переметнулись к Ульфрику и пошли... Чем я могу помочь брату Норму? Довольно. Нам не следует. Я не намерен чё сидеть сложа руки, пока дракон жжет мои владения и убивает моих людей. Но вообще не должен. Арилет, немедленно направь отряд в Ривервуд. Ну что, рассказ, да? Да, мой Ярл. Прошу меня простить, я вернусь к своим обязанностям. Это будет лучше всего. Молодец. Вот, прими этот скромный дар в знак моей при... Ты еще кое-чем можешь мне помочь. Идем, найдем Фаренгара, моего придворного чародея. Так, что он мне дал? Круче броню? Вообще, у меня такое говно броня собачья. И молот такой. Так, что там? Что ты хочешь от меня? Давай, расскажи. Ты в драконьем пределе, чтобы... Нужна что? Помощь. Какое дело?
Ты полагаешь, что можешь мне помочь? Да. Я так не думаю. Ярла можно найти в большом зале. Он обычно сидит там, на троне, а не здесь, в лаборатории Фаренга. Волшебника. Я нашел кое-что. Я тебя прикрою. Кто поможет тебе с изучением дракона. Ладно, что мне понести? Давай, расскажи ему все подробности. Види! Так Ярл... Да. Ну, когда я говорю «добыть», я имею в виду сразу к делу, да? Никаких «зачем» и «почему». Да. Мне это нравится. Ну, пусть круто. Умники мучаются всякими вопросами, верно? Да. Я узнал о некой каменной скрижали, которая хранится в храме холодных. Иди в храм Ветреного Пика, найди эту скрижаль, она скорее... Там это говорили. Отличненько. Мы дали нашему свинчку чуть-чуть брони. Говнянькой такой. Сам почти говнянькой. Пьем. Дать ему еще оружие покруче, то с кинжалом ходит там, которым на рекабусу там резал вообще. Че? Где-то вот. Так, карта. Чуть немножко далековато. Здесь. В общем, я. Вот я вот, да, вот именно я. Я. Включу на тот момент, когда дойду туда. Вот я сплю по горам. Нашел тут. О, почти, наверное, нашел. О, давай. А почему? Что за бред? Что за бред? Чем не может? Ну, давай. О. О, вот вошел. А. Стелс. Нам ближе тут. Ой. Тут кто-нибудь есть? Нет. Где ты? Где ты? Убежал. Них. Ни хрена себе. Вот это жесть. Вот это... Лучше... Вот это жесть, да. Тогда... Предметы. Серия. Дарю тебе. Магия. Таланты. О! Ты чё, ссышь, да? Ты чё, ссышь? Я не страшный. Какой-то ссыку начал. Давай, давай! Блин. Блин, а! Предметы. Тогда сначала жестко мочится. Где мой помощник? Ты помощник, помогай. Полегче курни, полегче курни, полегче курни. Ой. А, все нормально. Это еще. Магия. Предметы. Что-то я зря подошел. Они даже не все спрятались, осталось. О! Все, Свен дерется. Да, скорее до Норда. Давай, братка. Ты где? А, ну. Этого хочешь, а? Так, 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 что у него там? Можно будет дать Свенчику. Вот, Свен полегче, полегче. Хоть кажется, помогает. Он там еще хоть жив. Свен, ты где? А, вот ты. Я прямо за тобой. Круто. Ладно, что мне понести? Хм. Так, ну, конечно, да. Вот тебе, пожалуйста. Что там поедет? Посъезжай, пока я сохранюсь.
Да, нормально, конечно. Поездил там. У меня, оказывается, еще лук был, когда я шел. Он там против волчков пострелял. Так, что-то там. Ну, погнали. Два поставился, О! Я тебя прикрою. Ладно, что мне понести? Пальцы покруче оружие. Оп. Подказывай. Погнал. А так орёт, пас, здорово! Там еще эхо идет, а он даже никто не слышит. Темный эльф хочет идти вперед, пусть идет. Нам же безопаснее. А? Сюда! Ты че его не бьёт, пора кончать! Оп, нифига, будет покруче, чем у этого чёрка. Где она? Ах ты. Ну так и молодец. Давай, помогаем. Мочим, мочим. Вот ты. Тоже железненький мальчик. Давай. Ладно, что мне понести? А, 25 метров, так же сам. Погнали. О, сейчас мастер взлом покажет, только сохраним в всякий случай. Так. Все отлично. Далее, какие мастер? Я вот забрал. Нет. Так, погнали. Такой. Эффекты таком. Чё там? Золотце. Так, окей, ушки. Никого там завалено. Стена. О, лапис хвост возьмем. Лечение. Там не встаешь. А, все нормально. Там за папочками ошибешься, все нормально. А я тоже не взял цена. О, там же можно его не убить, там вообще так. О, надо ему перчаточку возьмем. Сюда. Я тебя прикрою. Ладно, я что мне понести? Себе. Вообще. Да. Чё это? Ничего. Давай. Вообще. Сейчас просто поставил своего убьем. Видите, как мы его убьем. Смотрите. Ой, а что это такое сейчас? А, не надо! Он не умер, прикиньте. Все из-за... А, потому что это ж типа самая сложная сложность. Поэтому самая сложная сложность. Прикольно. Я крутил. Все, я теперь знаю, что тут нужно. Смейка. Смейка. Дельфинчик. Дельфинчик. Все, погнали. Оп, там. Все отлично. Сейчас подождем, чуть восстановимся и все. Все, восстановились и все. А ты где? Свинчик, свинчик. Возле нас это нет. Сокровенцы, чтобы нам никто в спину не пошел. Хоп-хоп, ой, там злокрыс. Не-не-не. Нет, Свен, давай, давай. Бой. Бой, бой. Напрягись! Ладно, давай помочь ему. А то злокрыс вообще сильно. Могут еще и убить. Ого, полетел. На воздухе, да. Нормально. Сажались на лестнице, собирали хвосты и погнали. С
свиточек. Сфигам, собачки, давай своим спящим. Ладно. Лучше можно. Обосраться. А где я последний раз сохранялся? Ага. Сейчас дойду до того момента. Ждем. Так, я дошел до этого момента, надо еще сохраниться, хоп. И. Хоп. Типа нет, я не знаю. Что не будет. Своем. Быстро. Не подпускай его ко мне! Помоги! Угу. Так он вообще жесткий. Его убил, или просто ах тебе так не пробежишь, что не стреляет. Нет, Свен, давай беги, да. Не подпускай эту тварь! А, начал. Не подпускай эту тварь! О, вот она бьет его. Убери это чудище от меня! Убери! Там, своему, а, ну, нормально. С вами прикольно. Не подпускай. Не поставь. Убери эти чудики от меня. Убери. Убью тебя своей любви. С вами вообще круто. С ним прокольно. Шествие. Саму, спасибо. Вообще. Меня здесь, Аркеем, прошу. О, привет. Ты сюда. О, круто. Оп. Да! Давай, что-то подается. Я чувствую. Еще. Дурак. Зачем мне делиться сокровищем? Ладно, тут побегаем с тобой. Занят. Ну, побегаем, пошел. Подожди, а ты сам. Бежим, бежим. Бегаем, бегаем. Куда ты делаешь? О, неплохо тоже бьется. Подожди. На уровне. Как убрать это говно? Я не хочу. Человек не хочет прокачать свой уровень. Угу. Хорошо. В принципе, я начал случайно. Я магией вообще не пользуюсь. Прокачаю магию. А, у меня еще повышен. Еще прокачаю магию. Еще магию, да. Четвертый. Но мне что-то ничего не дает. У меня есть очки, но я не буду прокачивать. Ладно. Нормально. Четвертый уровень. Надеюсь, в следующий раз так не потуплю. Я рак. Просто нажимаю что-то. Волну. Оп-оп-оп. Че все на меня? Получи, пожалуйста. Все. Драл тебя сразу. Раз у меня прокачан уровень, отлично. Сейчас убьем его, дойдем до туда, все будет таким. Вот мы дошли этого момента, он тебя пробегает. Нет, не отдал. Так, ты давай беги. Мочи его, да.
Мы, я тебе помогу, вот, Драуга, да, мочку, да. Эй, мочку, да. Бля, никто не упал, хорошо. Зачем убьете его, вы чё, он же хороший. Куда убегаешь? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Говно, член, жопа, член, говно, говно, верно. Да, вот я член насос тупой. Так, сейчас мне еще раз я там сохранюсь точно. Вот уже я его ушел, видели. Все, отделываю просто. Забираем, ждем, восстанавливаемся. Бежим быстро. Раскрыть тайну, может у него там написано, где раскрыть тайну, так. Книги. Типа, ой, как все ясно, все. Угу. Перевернуть нельзя, все отлично. Почитали, нет, не написано, сохраняемся. Так, бежим. О, как много отнял, мочи.